сейчас с вами поговорим немного о некоторых законах, которые находились в Синайском договоре. И мы понимаем, что некоторые из этих заповедей даны не совсем ясных или каких-то конкретных категорий. Давайте мы посмотрим из 121 главы, 1 по 11 стих. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю». Вот так вот, то есть любовь к господину превыше всего. «То пусть господин его приведет его пред богом и поставит его к двери или к косяку, приколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходит рабы». Тоже так звучит Богом. «Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продавать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа». Вот такое легкое постановление, да, есть у нас в Библии. Естественно, что сегодня мы не будем практиковать это, поскольку мы понимаем, что Синайский договор не всегда является идеалом Божьим, да. Но Моисей принимает общественные практики Востока. То есть на тот момент это было нормально. И здесь устанавливается ограничение срока рабства, не более 6 лет. Если же господин его дал ему жену, то есть не женись, то есть если не женись эти 6 лет. Ну, то есть как бы подожди. Стать рабом навсегда — это у нас есть такой интересный прообраз в Новом Завете, да? Какой есть прообраз? Я постараюсь. Да. Мы становимся, хотя Ишуа в Новом Завете говорит, что я, в принципе, вас уже называю не рабами, да? Я называю вас своими друзьями. Почему он говорит? Потому что господин, он не обязан отчитываться перед рабом в своих действиях, да? Ставить его в известность. А раб, он просто вынужден делать, у него нет свободной воли. Его воля, она есть, но никто на нее не обращает внимания. Абсолютно. Говорит, я называю вас друзьями, да? То есть это уже большие отношения, большая категория, лучшая категория отношений. И второй вопрос, который здесь поднимается, это женщина, которая продана в рабство, да? Она не может спокойно, свободно уйти. Но она может быть поднята до позиции жены. То есть она может стать женой. Мы сейчас этого делать тоже не можем, да, так как законы страны наши это не позволяют делать. И, в общем-то, нет необходимости к этому возвращаться. И также в этом тексте разрешается полигамия. Ну, вы видите, да, что мы читали? Если же другую возьмет за него, то есть он взял сначала одну, да, говорит, а если другую, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Да, это имеется в виду секса. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Вот так вот. Он может ее отпустить. Это на случай, чтобы вы знали. Ну это же касается рабыни, если... Не
простая рабыня. Смотрите. Это рабыня еврейка. Да? Потому что он говорит, что не можешь продать ее чужому народу. То есть, если бы это была рабыня, ну, просто там, пошел на войну, захватил и так далее, то здесь все по-другому. Если кто продаст дочь свою рабыню. Итак, мы видим, что она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожителя. Почему мы не делаем это сейчас? Потому что нет у нас рабства. У нас нет рабства, да. И многоженство. И многоженство. Слава Богу. И в Новом Завете Иешуа дает принцип истолкования. Да, этого закона. Моисей позволил это из-за ожесточения сердец. Вы помните те вопросы, которые поднимались? Ведь так в принципе изначально не было. Но Моисей позволил это по жестокосердию вашему. Вот чтобы вы знали, где Моисей это позволил. Где было позволено это. Это вот здесь, 21. Ну, мы читаем. Хорошо. То есть Моисей применял закон к ситуации своего времени. Мы понимаем, что если мы братья или сестры, созданные по образу Божьему, Мессии, то любой вид рабства неприемлем для верующих. Хотя мы помним, да, что достаточно долго первых общинах вопрос рабства он существовал. Послание к Филиппийцам, напоминаю. По беглом рабе Анисиме. Итак, смотрим дальше. Исход 21, 12, 14. Я напоминаю, что наша тема – это применение Торы с точки зрения Нового Завета. Поэтому мы касаемся этих законов. Если вам, ну, вы вдруг увидели, что, может быть, нет в этом системы, то я просто напоминаю, что периодически мы говорим по законам и разных моментах, но также мы рассматриваем конкретные постановления Торы, да, и наши отношения с точки зрения Нового Завета к этому. Итак, исход 21, 12, 14. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийца. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Мы знаем, что и иудаизм, и христианство предусматривают казнь за предумышленное убийство. Да? Есть христианские страны, в которых принята смертная казнь как высшая мера наказания. Мы понимаем, что если ты убил человека, то, в общем-то, это уже назад не вернешь. Ну а что делать, если, например, суд допустил ошибку? Или, например, свидетели, которые были, они просто подставят этого человека. И помните, я слышал одну статистику, что один из 10 смертных приговоров, он не точен. Да, я не помню. Много на самом деле, да. Вы понимаете, что, ну, как бы, если речь идет уже о убийстве, то, скорее всего, это какое-то такое преднамышленное, ну, жесткое убийство, да. И поэтому, как бы, за этим могут стоять какие-то власть имеющие люди. Но какие-то такие серьезные обстоятельства, когда уже доводится дело до того, чтобы закрывать следы. Есть, конечно, прецеденты, но при всем том, например, помните ли вы, что, вот, например, в истории Чикатило, там известным таким советским маньяком, его ж не сразу словили, там словили одного хлопца и расстреляли.
Да, не распределяли. А сколько таких хлопцев было, никто не знает. Ну, есть официальный был судебный процесс, но человеку просто суд ошибся. Дело закрыли, да, потом через время повторялось все. Тоже сценарию. Он на ТНК тоже убийца, который за 30, ну, человек зарезал 90 грамм. У моего друга дядю тоже менты в этом обвиняли, говорили, что написал заявление. Да, его убили, а неделю на семилетнюю рубашку и забыли ее снять, и он просто задохнулся. Этого дядю? Да. Потому что ну, там, подписал признание, что он убил каких-то людей. Потому что они не могли найти, им надо было это закрыть. Нужно сделать было план, да. То есть мы понимаем, что, к сожалению, такое бывает. Поэтому в удовлетворении доказательства должны быть настолько очевидны, что если есть хоть малейший шанс избежать смертной казни, то нужно ее избежать. То есть это должны быть ну, просто железные доказательства. Мы понимаем, что ну, как бы дело серьезное там. И Павел в 13 главе Римлянам говорит, что Божий служитель или власть носит меч для казни убийц. Да? Давайте посмотрим Римлянам 13:4. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делает зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. То есть мы видим, что Новый Завет подтверждает права гражданского правительства наказывать смертью преступника. Да, меч, ну, подразумевается меч как достаточно такой серьезный аргумент и оружие, которым можно укрепить. Да? Мы понимаем, что пожизненное заключение лучше, чем выпустить преступника, убийцу или насильника на свободу, но это также не по Библии. В Библии есть два вида наказания. Это лишение жизни, а также принудительные работы, чтобы отработать ущерб, возместить так, чтобы увидело все общество. При этом преступник не находится в тюрьме. Раб в древнем еврейском обществе жил в семье своего господина, что, в общем-то, благотворно на него влияло. Мы понимаем, что в тюрьме человек не исправляется. Он учится, перенимает опыт, но в любом случае... повышение квалификации проходит, но не исправляется. Может, это убийство? Возмещение ущерба. Возмещение ущерба. Ну, вы понимаете, да? Что либо так, либо по-другому. И список преступлений, за которые полагается смертная казнь, показывает, насколько Бог серьезно относится к преступлениям. Мы думаем, что не всегда, в общем-то, хорошо наказывать смертью. Но при всем том, смотрите, исход 21:15. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. То есть почитание отца и матери и властей очень важно. И физическое нападение на отца и мать ведет к смертной казни. Даже злословие, то есть когда мы плохо говорим о наших родителях, Исход 21:17. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. То есть, смотрите, это был грех к смерти. Это к вопросу о грехах к смерти и не к смерти. Можно ли было принести за этот грех жертву? Жертва не предусматривалась. Понимаете, да? Точно так же, как перед обществом, точно так же перед Богом. Если общество достаточно религиозное, почитает Бога, вы понимаете, что как бы это будет еще один дополнительный стимул сдержаться. Когда ты понимаешь, что если ты это сделаешь целенаправленно, ну, осознанно, спланируя, то не будет жертвы, за которую можно умереть.
которая за тебя умрет. Дальше. Исход 21.16. Ну, перед этим, это все так же. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. То есть похищение людей, крало смертной казни. Восемнадцатый и девятнадцатый стихи. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то, если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Мы можем видеть, что если человек не умер, то ударившего не карают смертью. Он только должен заплатить за лечение и оплатить человеку ущерб. И еврейские раввины тщательно подсчитывали стоимость ущерба при увечье, подобно тому, как это делают страховые компании сейчас. То есть составлялись оценочные списки разных заболеваний, увечий, инвалидности в результате неосторожного обращения предумышленного и непредумышленного увечья или какой-либо производственной травмы. Вот так вот. Страховка была. Ну, например, смотри, это повторили. И здесь почему наказывается смерть, если человек умер? Потому что фактически ты дрался с ним насмерть. Можно же драться по-разному, правильно? Но ты брал камень и как бы вперед. А, то есть не рукой. Ну там же написано, возьмет камень, да. Или кулаком. Или кулаком. У некоторых кулаки как камень. Но мы видим, что, например, если люди пошли собирать урожай, у них есть какая-то там машина для сбора урожая, и там, допустим, кого-то придавило этой машиной, да, и хозяин виноват, или он там выкопал яму, чтобы давить виноград, или там для каких-то колодец выкопал, не огородил, например, человек умер, то это мы понимаем, что как бы вина человека. И идет. Идет конкретно там, ну, смотрит по ситуации. Очень важно, чтобы наказание соответствовало мере преступления. Мы понимаем, что в окружающих народах месть не ограничивалась. То есть, например, какой-то язычник, допустим, другому язычнику выбил зуб, ну и, в общем-то, можно за это было его убить. Мы видим, что в Торе месть, она имела ограничения. 23-25. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. И мы знаем, что еврейское законодательство никогда не понимало этот текст буквально, что нужно выбивать зубы, выкалывать глаза и так далее. В этом не было смысла, если вместо одного одноглазого будут двое. Там, например, не два будут. Но обычно оценивалась стоимость зуба или глаза и возмещалась. То есть, если ты, как мы говорили, да, был ювелирным мастером, тебе глаз выбили, это одно дело. Если ты был обычным пастухом, то, в принципе, это другое дело. Потому что ты можешь быть пастухом и там без руки, например, нормальным пастухом более-менее быть, да? Но ты не сможешь там делать что-то охотником с лука стрелять с одной рукой. Исход 20 глава 21 стих, это все те же главы мы смотрим. Речь идет об убийстве раба. Если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они бьют под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. То есть убийство раба — это тоже убийство.
Мы знаем, что раб тогда считался собственностью хозяина, хозяин мог безнаказанно делать с ним, что хочет. При всем Тора предусматривает ответственность за жизнь раба. Даже за увечья раба хозяин нес ответственность. 26-27 стих. Если кто раба своего ударит глаз, или служанку свой глаз, и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Вот так вот. Был смысл подставлять свои зубы. Зуб даю. Зуб даю, да. Забираем. И есть очень интересные законы о беременной женщине. 22 стих. Когда дерутся люди, ударят беременную женщину, и она выгинет, то не будет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, которую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. Мы видим, что вина за безответственность — это наказание смерти. Да? Но в данном случае как бы муж определял то, сколько это будет стоить. Он мог хорошо нам потребовать. Но моменты, связанные конкретно с безответственностью, безлагодностью, они тоже были наказуемы. Смотрите, 28-36 стих. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет за него. Сына не забодает, дочь не забодает, по сему же закону поступать с ним. И если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. То есть эти законы дают личную ответственность перед законом. И если бы в мире на уровне была кровная месть, обиженный мог вырезать всю семью обидчика. Знаете такие истории, да? Мы видим это в современном, например, арабском мире. То есть, который взрывает бомбу там, на остановке, например, да? Или разрывает автобус со школьниками, действует в полном согласии с этикой и моралью своего мира. То есть, как бы, вот так. Но мы видим, что эти законы предусматривают и защиту жизни животного, принадлежащего людям. Это не абсолютные законы, но это стандарты, по которым следует судить. И главный принцип для себя, который мы можем извлечь, о том, что мера наказания должна соответствовать мере преступления. И мы видим, что этим еврейский народ отличался от остальных народов. И обычно, конечно же, применялось денежное возмещение. Понятно, почему. Итак, мы смотрим дальше. Исход 22.1. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Вот так вот. То есть серьезность потери дает большую компенсацию.
И очень важно то, что Тора предусматривает восполнение и штраф вместо тюрьмы. 2-4 стих. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему, но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол, то или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. И мы видим, что здесь рассказывается такой момент, как самозащита. Да? То есть ночью твоя жизнь находится в опасности, и ты не виноват, если ты кого-то... Да? Это самозащита. Но днем мы видим, что защита жизни вора. Да? То есть эти принципы устанавливают допустимую самооборону. Достаточно высокий уровень, потому что можно убить вора только чтобы защитить свою жизнь. Но ты не можешь убить вора, чтобы защитить свое имущество. Вот так вот. Защищают людей, даже если они воры. И мы видим, что если украденное найдется, то он обязан компенсировать ущерб, но также вознести моральный ущерб, то есть заплатить вдвое больше. Пятый, шестой стих 22 главы. Если кто поправит, потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терп, и выжжет копны или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Исход 22:7-8. Дальше мы идем. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет предсудить и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. Вот так вот. По этому поводу мне вспоминается очень интересный анекдот. Когда к одному раввину в местечке приходит богатый бизнесмен, тоже еврей, бизнесмен, и говорит: «Ребе, я приехал в это местечко на один день, но вы знаете, я хотел бы тут сделать очень такую серьезную сделку финансовую. Привез с собой очень много денег. Очень. Но так сложились обстоятельства, что мне на один день нужно отлучиться. Могу ли я вам, раввину этого города, доверить эти деньги?» Председатель раввин говорит: «Консенсон, за кого вы меня считаете? Так эти вещи не делаются». Выходит на крылечко и кричит: «Эй, местечко! Вы меня слышите?» Они говорят: «Слышим со всех сторон». «Да, Ребе, говори». «Ко мне пришел Кальцинсон, он на дни сутки оставляет у меня 100 000 золотом. Вы слышали это?» «Все, да, Ребе, мы слышали». Все, Кальцинсон говорит: «Ну, я теперь спокоен, как бы, все хорошо». Он уехал, он по своим делам, приезжает на следующий день и говорит: «Ребе, я за своими деньгами». Он говорит: «Какими деньгами?» «Первый раз слышу». «Что пристал?» Говорит: «Как? А все местечко, мы же здесь вот при всех, мы же как бы, что вы делаете, Ребе?» Он говорит: «Ну, давай спросим местечко». Выходит на крыльцо, говорит: «Местечко! Кальцисон говорит, что мне вчера давал 100 000 золотом. Вы что-нибудь об этом слышали?» Они: «Ничего не слышали, врет он все, не было никаких денег». Кальцисон в ужасе сел, плачет, трясутся руки. Этот раб сел возле него, говорит: Кальцисон, вот вам ваши деньги, не нужен мне ни ты, ни твои деньги. Иди себе с Богом.
Не треба. А що ж це було? Просто, знаєш, перед сенсом. Я хотів тобі показати, які сволочі мої сусіди. Тонкий єврейський. Так скажеш і не повірять. Итак, если тебе дали вещи на сохранение, очень сходно. Здесь мы видим доверие к клятве потерпевшего хозяина дома, да? Что он не заложил, не протратил, ни каким-то образом ничего не сделал с этой вещью. То есть он должен поклясться перед судьями. Этого было достаточно. Конечно, я думаю, что они там исследовали вопрос. Но, тем не менее. Следующее. Если кто отдаст ближнему, 10-13, своего осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен, так что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего. И хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяин его. То есть, если он украден, то не усмотрел, да? Если же будет зверем растерзан, то пусть доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. То есть, предусматривался определенный форс-мажор, да? Вол, например, он был ценнее, чем серебро, так как оценивался он не только стоимость вола, но и работы, которую он производил. Иными словами, допустим, у вас украли, вы одолжили кому-то свой рабочий молоток, да, которым вы зарабатываете на жизнь, или какой-то там специальный инструмент, да, его украли того человека, который вас одолжил. Это не просто инструмент, это инструмент, которым мы зарабатываем на жизнь. Это должно быть возмещение больше. 9 стих говорит о всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. То есть мы видим, что не допускался в самосуд, но должно было быть законное решение суда. Если украл раб, например, платит хозяин. И какой принцип мы можем увидеть? Если тебе дали вещь во временное хранение или пользование, то ты должен хранить ее как свою собственную. Это принцип, который мы извлекаем для себя с точки зрения Нового Завета. Аминь. То есть мы понимаем, что если человек спрятал или говорит, что он вор украл, до этого, разобраться в этом должны судьи. И это напоминает нам то, как испытывалась неверная жена. Помните, да, такое удивительное испытание? Числа 5 глава, 11.31. Мы знаем, что иногда перед судом достаточно было произнести клятву, и по тому прецеденту, который существовал, судьи решали. Числа 5.11.31. Но иногда судьи бросали жребий между двумя людьми, и это также работало. Один говорит, это мое, второй говорит, это мое. И никак нельзя это проверить, бросался жребий для того, чтобы сказать, это твое. Это было по-честному, да? И вот про жену. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилю и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит, кто с нею извед семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее,
и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уничена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть евы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господним. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу, с кинии, положит в воду. И поставит священник жену пред лице Господня, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не спал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник заклинание все на свитке и смоет их в горькую воду. И даже не выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, как иду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение, ревнование, и вознесет все приношения пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста, и сделала преступное против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, как веду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лон ее, и будет эта жена проклятой в народе своем. Если жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимым и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою. Тогда пусть он поставит жену пред лице Господа и сделает с ней священник все по всему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Вот так вот. Это испытание жребия. Да? Это фактически либо-либо звучит похоже на чародейство, да. Или чудо, да. Я думаю, что все же Бог вмешивался в эти моменты, если мы говорим о сверхъестественных вещах, да? Тем не менее, есть также здесь два принципа. Это восполнение и примирение обоих. Также законы относительно морали, да? 22 глава Исхода, снова 16-18 стих. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. И дальше ворожей не оставляй живых. Ну, это как бы уже отдельно, да? То есть супружество, мы знаем, что это состояние завета, поэтому нарушение супружеской верности карается смертью, как колдовство, нарушение завета с Богом. 16-18 исход 22. И мы видим, что не случайно законы о колдовстве идут сразу после закона о блуде. Ну тут их не убиваешь ничего, да?
Но если кто переспит с обрученной, с необрученной, здесь нет нарушения завета, но он должен на ней жениться. Даже если он был уже женат, мы понимаем, что, учитывая полигамию этого времени, он берет ее еще в нагрузку. Но он не имеет права с ней разводиться. Иными словами, если он будет плохо с ней обращаться, она сможет превратить его жизнь в ад. В принципе, да? Мстительная тетка. Мы видим, что Тора смотрит на половые взаимоотношения как на заветные действия. Эти люди вступают в завет. И это важное руководство для церкви, что лучше всего таким людям пожениться. Но отец девушки может запретить брак. Вот так вот. Будучи властью над ее жизнью, он может запретить. Ну, вы понимаете, да? Что в древней культуре браки в основном были девственницами. Поэтому, если девушка лишалась ее, у нее было намного меньше шансов вступать в брак. Все было очень сложно. Поэтому предусматривалось возмещение. Заплатить столько серебра, сколько полагается, наверное, девица. То есть должно быть заплачено. Я, как понимаю, то же самое, что обещано в Тубе. Можно еще вопрос? Я не знаю местописание, но тоже по этому местописанию. Тут где-то тоже написано такое, что если кто-то, даже женщину хочет насиловать, если она кричала в поле, кто не слышал, то его, по-моему, убить, а она невиновна. А если она не кричала, но ей там нравилось, не знаю что, то убить обоих, какой есть. Почему здесь, по крайней мере, его не наказывают? Я думаю, что здесь вопрос согласия. Там, если ты посмотришь, что если они там, ты найди то место и посмотри, сравни его. Я вот искал по всему рынке, не знаю. Вообще еще. То есть на самом деле, посмотрите, если какие-то по ссылкам, на самом деле, если двое молодых подростков там, да? Тут, если обольстит, но если ты обольстил, то что, она же не будет кричать? Она не против. Она, в принципе, не против. Ломала. Она не против, потому что она могла не понимать. Как же не понимать? В том обществе, я думаю, что все понимают. Саша, я в современном обществе среди вот этих пятидесятников слышала такую вот буквально пару лет назад. Что, она что, не понимала? Она не понимала, сколько ей лет было. Ну, уже, наверное, хотя бы 17. Саша, я тоже не верю. Сейчас люди приходят с профилактикой вот этих взаимоотношений. Это было не в Одессе. Не важно, даже если не в Одессе. В пятом классе люди все прекрасно уже понимают. У нас общество омоложает. По биологии седьмой класс уже учат. Картинки. Биология. Ну вот тоже реально 8 месяцев была девушка, не девушка, а жена с мужем. Все нормально в этом плане, но она не знала 8 месяцев, что она беременна. Это о чем-то тоже говорит, что не все все-таки. Не, есть такое нежество, что она послужит самоорганизм. Нет, есть, я знаю, да, есть, но до 7 месяцев. Может, и лучше не заворачиваться. Маша просто тошнит, просто так. Хорошо, продолжим. Мы поправились от хорошей жизни. Правильно. Люди бывают разные. Хорошо, один обезвоми.